Ну что, девочки, прибралась я. О, кошка домой просится. Я надеюсь, меня хорошо слышно. И озвучивать не придется. Все чистенько, все прибрала. Но я прибрала только вот здесь, где розы мои. Вот там еще ничего не прибирала. Сейчас уже время 11 часов. Я хочу пойти в душ. И надо мне... Здесь вот тоже все подмела чистенько. И вот здесь вот тоже, где кусты, все собрала. Всякие... Это жасмин у меня, садовый жасмин. Вот. В общем, тут все прибрала, инструменты убрала, гады всякую вывезла. А насчет моей собаки я вам сейчас расскажу, что с ней случилось. Зайду, наверное, в дом. Тут, наверное, плохо слышно из-за ветра. Цветочки у меня тут. Смотрите, какие классные девочки. Уже весна, весна, весна. Прямо тут у меня распустились среди моих роз. Розы я еще не обрезаю, потом обрежу. Вон, кошка там ходит. Что... Вот такая вот история. А что у меня случилось с собачкой? У меня Боночку, мою сладенькую девочку. Сейчас, в общем, у нее вот здесь под глазом обнаружили опухоль и вырезали ее. Вот, соответственно, удалили. Сейчас я девочке все вам расскажу, зайду домой. Ну, у нас все хорошо, скажу сразу. У нас все отлично, все заживет, швы снимем и все отлично. Видите, она себя хорошо чувствует. Отлично. Даже он с игрушками играет. Вот. А кот с собакой младшие мои, они дома сидят. Дома сидят, да? А мы гуляем тут. Девочки гуляют. Да. Зашла я домой, девочки. Я всем огромный привет. Наверное, не поздоровалась еще. Я без макияжа специально, потому что, ну, хотела после того, как поработаю на улице, сделать... Ну, сходить в душ надо. То вся растрепанная я, как всегда. Маленькая песня у меня проснулась. Пью воду и кофе. Девочки. Хочу рассказать по поводу моей собаки. Я знаю, что вы очень... Многие из вас очень любят Боночку. Кому-то больше нравится Каспер, кому-то больше нравится Бона. Извините, сходила, дала маленькой и Боне эти погрызть. В общем, вкусняшки, палочки ихные. Значит... Что по поводу собаки? Вы знаете, что у меня с прошлого года у собаки тянется такая история с желудочно-кишечным трактом. У нас проблемы и с печенью, и с поджелудочной, и с печенью, и с почками, и с пищеварением. В общем, у нас была там целый букет проблем. И вот мы весь год и лекарства принимали, и, в общем, всячески, в общем, лечили собаку. И пошли сдавать анализы, где-то примерно недели 3 тому назад. Мы сдали анализы, и у нас показало, что у нас вообще все хорошо. Единственное, что нам не подходит корм Go. Почему он нам не подходит? Потому что он слишком жирный является для моей собаки. То есть для моей собаки беззерновые корма, а корм Go является именно беззерновым кормом, как раз-таки не подходят. Ей подходят именно, вот, получается, зерновые вот эти корма из серии Royal Canin, Hills. Вот эта вот линейка ей как раз отлично подходит. Так, они у меня там эти палочки я им дала, такие, которые вкусняшки в ленте покупала, чтобы не приставали друг к другу. В общем, по анализам у нас все хорошо, надо менять только корм. Корм, значит, я заказала, вам тоже вставлю, покажу, поснимала, какой корм я ей купила. И, соответственно, маленькую я тоже перевела на корм той же марки. Почему? Потому что они у друг друга едят. Старший доедает у младшей, младший доедает у старшей. Ветеринар сказал, что это ничего страшного. Главное, чтобы было все одной марки. У нее из-за того, что корм не подходит, начали течь глаза и немножко покраснели уши. Это из-за того, что не подходит корм. И ветеринар, в общем, стала осматривать глаз и обнаружила у нее под глазом опухоль. Опухоль такая небольшая, чуть больше горошинки, и мы взяли там, как это, пункцию, да, называется, клеточки из этой опухоли, оказалось, она у нас злокачественная. Там есть, в общем, злокачественные клетки, и, конечно, ее нужно удалять. Можно было оставить, наблюдать, как бы, но неизвестно, куда она бы стала расти. Она могла и в кость, и там мозг, как бы, рядом, в общем... Мы даже не раздумывая приняли решение удалить. Единственное, что я очень сильно боялась, это наркоз, потому что очень многие животные плохо переносят наркоз. В середине июня Бойна будет 9 лет, поэтому
Она как бы считается у меня уже пожилой, и поэтому я, конечно, очень, ну, как бы перепугалась. Но подобрали ей такой наркоз, то есть сделали местное обезболивание и просто погрузили ее в медикаментозный сон, это называется. Вот, так что перенесла она хорошо. Она, кстати, храпела всю операцию. Она храпит, девочки, у меня как... Не то, что как мужик, знаете, а вот еще хуже, я бы даже сказала. Бля. Вот, и в общем, она всю операцию храпела. Вот, но хорошо, то есть она очнулась, просто проснулась и пошла, как бы, и никаких последствий нет. Единственное, что вот, как бы ранка, единственное, что одели вот эту вот ей штуку, она была вначале такая прям огромная, то есть рассчитана, видно, на собак, знаете, у которых такая длинная шея, у нас она не такая. И, в общем, муж ее обрезал, и когда вот одели вот этот воротник, а воротник этот мы одели уже дома ей, она, конечно, у нее такой вид был, как будто ее наказали, знаете, то есть она как бы ходила и не понимала, что вообще происходит и зачем ей эту штуку одели. Но сейчас она уже привыкла, бегает, абсолютно все отлично, значит, ей удалили опухоль вместе с тканями, которая окружала эту опухоль, и... Отправили снова на анализ, и вот должны будут прийти ответы, готовится у нас долго этот анализ, где-то 12 дней. Вот, скоро нам еще ехать снимать швы, и как раз снимем швы у Бонны, сделаем прививку Джуси, и, в общем, как бы проведем карантин дома, и потом можем уже спокойно гулять. Единственное, что Бонне тоже нужно делать прививку, но сейчас посмотрим, наверное, чуть позже сделаем прививку, в общем... В общем, девочки, вот такая вот у нас история, вот, но я очень рада, что ее вовремя заметили, эту опухоль, и что вообще вовремя мы все это сделали, потому что чем раньше это все сделаешь, тем, конечно же, лучше. Пришла моя девица, мелкая пакостница, да? Она такая, да, я скажу, вот такая вот. Я всех грызу, всех мальчишек бужу, что я только тут не делаю, я хулиганичаю, как я не знаю кто, да, Джуси? Вот такая вот я, вот такая ягоза маленькая. Такая, видите, у меня какая большая девица стала. Девица большая. Ушки потихонечку у нас, кстати, встают ушки. Вроде бы такая вот она у меня маленькая паразитка. Вот, но ничего, она, кстати, не лезет к Бонне, не пристает. И Бонна как бы не было, знаете, у нее от такого отходника, от наркоза, как обычно бывает у собак. Так что вот такая вот история. Ну, а я, девочки, пойду в душ сейчас. Так что, девочки, все хорошо. И я как бы очень, ну, позитивно настроена. И ветеринар мой тоже очень позитивно настроен. Если вокруг обнаружатся тоже плохие клеточки, мы просто проведем как бы лечение, и все будет у нас отлично. По всему остальным анализам, девочки, у меня собака улучшилась, я не знаю, на 100%, наверное. То есть по анализам сейчас, которые мы сдали, у меня собака получается даже не как пожилая, а уже как... ну, что это ко мне пришло? Пришло ко мне. Сейчас я эту же ранку обработаю после улицы. Это... По анализам получается просто как взрослая собака и даже как не пожилая. Это очень круто, супер, я вообще очень рада. И думаю, что Боночка нас еще очень-очень-очень долго будет радовать собой нас. Вот. Так что пойду сейчас в душ и сделаю вместе с вами масочку. И покажу, кстати, у меня есть заказ с сайта «Фармакосметика», которые я сделала, там все продукты, которые я уже знаю, которые я уже покупала неоднократно, и вот снова повторила, вам их как раз покажу. Так, девочки, сейчас покажу вам корм, который заказала, и вот моя принцесса, вот в такой штуке, мы ее обрезали, она была еще больше, но ей было неудобно ни пить, ни кушать, вообще ходить неудобно было. У нее под глазиком там помазали специальной штучкой, в общем, она у меня несчастная девочка, да, моя? Доченька моя хорошая. Ну, ничего страшного, потом пройдет все, да? Будешь здоровая, хорошая девочка. Вот. Вот там маленькая ходит кругами вокруг миски. Я ему уже насыпала просто еду. Вот такой корм я заказываю своим кошакам для стерилизованных пожилых 7+. И младше заказала вот такой Royal Canin тоже для щенков очень мелких размеров. Вот такой 4 килограмма взяла. Он прям вот такой там, вот такой миленький, девочки. Вот, ну что-то она его не особо, да? Что-то я не особо его хочу. Вот, и мисочку насыпала. Они рядышком у меня кушают, потому что маленькая хочет кушать вместе с большой, да? А еще и из миски большой.
Да? Вот. Ну, сейчас я вот ее с руки покормила, потому что ей неудобно с этой штукой. Но ничего страшного, она игрушку сюда мне принесла. Вот, еще сразу покажу. Я взяла вот такие средства, я в прошлом году тоже покупала. Это для котов. В общем, профилактики здесь, видите, и от, в общем, от всех-всех-всех паразитов, короче. Вот, на месяц хватает вот таких капелек. Вот, как раз в прошлом году я их тоже покупала, потому что таблетки, конечно, засунуть. Вот это у меня коту, а вот у маленькой кошки. На месяц, ну, к таблетке, конечно, засунуть, особенно кошки, вообще нереально. Вот, а это, когда у меня уже начнут гулять, это моим песикам. Вот. В общем, тоже капельки. Что-то я... Вот видите, для щенков, а вторую для Боночки. Как раз и Боночка здесь нарисована, в общем, от всяких паразитов. А Боночке я как раз заказала вот такой вот корм Royal Canin. Мы его раньше ели тоже, но потом что-то вот она запривередничала, короче, не стала его есть, и я перешла тогда как раз-таки на корм Go. Этот корм, он вот такой вот прикольный, он такой как масляный получается. Мелко у меня там играет. Вот. Ну, как бы вот взяла 15 килограмм, получается, что выбираем уже по состоянию здоровья, а не потому, что ей хочется кушать. Вот, так что, ну, а что делать? В общем, вот такой вот специальный для стареющих собак в возрасте 8 лет и старше. Вот. Здоровые как раз кости, суставы. В общем, вот такой вот еду, да, моя хорошая? Моя хорошая такая. Такая сладкая у меня собачка. Да? Вот видите, ей намазали там таким серым вот этот шов под глазом как раз. Ой, и в общем, хорош. Да, моя девочка сладкая. Ну что делать, солнышко мое? 10 дней придется походить в этой штуке. Так, ну что, девочки, сходила я в душ. Сейчас буду делать себе маску-тряпочку. Я сегодня поздно забираю детей. Сегодня у меня старшего надо в 3 забрать. А младшего, ну и младшего попутно я тоже в 3 заберу, поэтому могу тут себе полдня позволить ходить в масках и тому подобное. А сейчас буду делать вот такую маску, это японская маска, здесь в этом пакетике 7 штук, есть такая же упаковка, в которой, по-моему, 15 и в которой 30 штук есть. Вот выгоднее покупать 30 штук, но что-то я не знаю, я беру обычно по 7, потому что 30 штук, они там что-то... 1500 или 1800 стоит, что-то в этом духе. Вот. Я все время боюсь, что они у меня высохнут, потому что я их делаю не каждый день. Идет в комплект вот такой пинцетик, которым, кстати, очень удобно масочки доставать. Там достаточно много жидкости, и вот такой вот есть замочек, который защелкивается. И я еще обычно, знаете, как делаю, вот так вот. И вот так. Потому что здесь такое крепление, чтобы уж точно ничего не высохло. Значит, масочка выглядит вот таким образом. Очень нравятся мне вот эти японские маски. Они очень классно. Ну, они действительно хорошо влияют на кожу. Даже немножко, ну, не то чтобы подтягивают, ну, так разглаживают. Ее очень классно. Единственное, их минус лично для меня в том, что... Это, кстати, для тех, кому вот такой набор хорошо брать, кому всегда жалко вот эту жидкость, которая там остается, и кто пытается использовать вот такие маски по нескольку раз. Не делайте так, девочки. Лучше вот эту жидкость поверху так руками распределите масочкой или там на шею, зону декольте распределить как-то так. Там я обычно обмазываюсь вот так вот вся. Вот, значит, минус в том, что нет вот здесь для шеи никакой, потому что я люблю, когда еще вот сюда такая штучка. Она, правда, быстро обычно высыхает. Еще сегодня ко мне приедет Ламода. Я заказала там мужу и своим мальчишкам кое-что. В общем, из одежды. Ну, и себя, конечно же, побаловала. Куда ж без себя. Если мне все понравится, все подойдет, обязательно вам покажу вечером заказ. И, кстати, сегодня у меня еще в планах, немножко болтаю, снять видео о своем уходе. Меня одна девушка просила, потом она, правда, на меня обиделась. Вам огромный привет, если вы до сих пор меня смотрите и не отписываетесь, да? Почему я так долго не снимала про свой ежедневный уход? У меня ночной и дневной – это мои новинки, которые были куплены аж после Нового года. Я покупаю уход в основном на фармакосметике.
и я буду ругать этот уход, причем очень сильно. Мне не понравилось вообще от слова совсем, хотя было столько восторженных отзывов, я такие надежды возлагала. Я до этого все время говорила вам, да, что ой, так здорово, все, что не куплю, мне так подходит, так подходит. Вот накаркала, что называется, потому что очень я расстроена. Расстроена тем, что, в общем, у меня было. Давайте сейчас я вам сразу вот так покажу. Не буду камеру уже переворачивать. Я просто оставлю вам ссылки. Вот эти вот маски японские очень-очень классные, девочки. Они действительно очень хорошо и разглаживают. И ну, я, правда, все время наношу как-то вот пузырями. Тут не пойму, что. Ну ладно, нормально. Вот. Очень хорошо разглаживают кожу, напитывают кожу. Вот реально каждый день лично моей кожи много наносить. Дальше. Мой любимейший, знаменитый, кто меня давно смотрит, все помнят, что я обожаю этот крем. Я купила его себе снова, потому что мой закончился. Видите, я уже тут начала немножко брать. Обычно я его перекладываю в маленькую баночку, эту ставлю в холодильник, но тут вот уже начала. Изменилась упаковка. Снова изменилась упаковка. Раньше он вообще был матовая крышка, потом сделали глянцевую крышку, и сейчас сделали вот такой вот здесь почему-то. Обожаю. Этот крем подходит для, видите, смягчающий, увлажняющий крем с успокаивающим эффектом. Он подходит для обезвоженной кожи. На жирной коже он будет блестеть. Летом он будет блестеть. Я летом обычно его наношу на ночь. На нем он не скатывается ни на каких других сыворотках, никакие другие сыворотки, имеется в виду других марок, не конфликтует ни с косметикой декоративной, ни с чем вообще. Потрясающе. Мой любимый крем, это, наверное, может, моя 5-я, 6-я банка, я уже не помню. Но вот лет 5 я 100% пользуюсь вот этим кремом. Мне хватает обычно месяцев на 9, но в этот раз у меня закончилось пораньше, потому что я его наносила и на руки, и вот сюда на зону декольте, потому что у меня в этом году была очень сухая кожа. Очень-очень. Кстати, у меня сейчас на волосах находится масло от марки Орофлюида. И я очень люблю это масло, но это масло подойдет только для сухих волос, иначе оно утяжелит, превратит в сопли и так далее. А сухие поврежденные волосы, длинные волосы, отлично масло. Я вам ссылку тоже на масло Орофлюида оставлю. Оно как бы не бюджетное, но очень оно мне нравится, потому что я его сейчас забыла сюда принести. И вот такие купила, тоже уже брала такой уход от марки Matrix. Вот это именно красное, это для поврежденных волос, не вымывает краску, хотя мне надо, кстати, волосы уже покрасить. Кондиционер, шампунь и маска у меня. Очень хорошо увлажняет, напитывает волосы прям до самых кончиков. Даже вот сухие кончики прям преображаются. Блестящие становятся волосы, такие рассыпчатые, не путаются. У меня постоянно путаются волосы. Вот с этими средствами не путаются. Я использую вот так вот все втроем. Мне очень нравится. Шампунь, я не скажу, что прям сильно пенится, но он достаточно экономичный. Я использовала... Это что у меня? Шампунь, да. Вот это у меня шампунь. Видите, я уже сколько использовала. Это у меня третий раз. Вот сейчас я третий раз нанесла. И бальзам тоже. То есть достаточно экономичный. Но очень хороший, очень классный. Так что вот эти средства я повторила те, которые уже когда-то заказывала. И, как говорится, мои любимчики, скажем так. Вот от Matrix All-in мне тоже нравится. Но я для разнообразия, чтобы у меня, скажем так, волосы не привыкали, периодически покупаю какие-то другие марки. И вот марку Matrix, именно вот эта красная линейка для поврежденных сухих волос, для длинных волос вообще... Очень мне понравилось. Ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Ну, а я сейчас покажу маски. Ужин мне сегодня готовить не надо. У меня еще со вчера там остались котлетки. Так что супер. И покажу маски, потом приведу себя в порядок. Съезжу за детьми. Вот. И что еще мне нужно? Приедет Ламода, покажу вам то, что нужно. Еще вот хочу между делом снять про свой уход. Так что... Если я обещаю и не снимаю, то на это есть, конечно же, причина. Вот, ну это уж такое, да. Вот, так что пойду. А я тут еще, девочки, неугомонная. Смотрите, я намыла цветы, это которые у меня были на втором этаже, на которых, помните, я говорила, мошки такие образовались. Вот, в общем, я их прыскала, и мошки уже эти у меня как бы прошли. То есть мошек уже нет.
В общем, ну, они были такие, какой-то налет на них, на этих цветах. В общем, я их намыла. Так что, я не знаю, у меня видно уже лето в душе, и мне уже хочется возиться со всякими цветочками и со всем остальным. Поэтому я тут... Кто ко мне пришел? Кто ко мне пришел? Джуси пришла. Джуси все надо. Джуси любопытная девочка. Да? Вот. Да, Джуси? Пошла деловая. Деловая колбаса, да? Я, скажи, деловая такая. Тоже хочу мыться. Вот я уже, кстати, два раза мыла, пока она у меня тут была. Вот. Но ей не особо понравилось. Но тоже решила потусить. В общем, сейчас потащу эти цветы обратно наверх. Ну, ужас какой-то. Сейчас девочке позвонил муж, сказал, заберет детей сам. Вот. И я думаю, раз появилось времечко, напеку-ка я блины. Я их пеку обычно, без добавления всяких, я знаю, кто-то добавляет там, ну, на кефире, кто на чем. Я обычно пеку на молоке. Молоко, яйцо, я уже говорила, соль, сахар и мука. Все. Больше никак. Вот. Значит, напекла я блины вот на этой сковородке кукмара. Вот я ее показываю, как она есть, девочки. Вот только-только напекла, она сейчас горячая, остынет. Я ее поставила, да, остужать на эту штучку. Вот, и я ее помою. Супер! Вообще, слушайте, к ней приноровиться, и она просто раз-два, и все быстро очень. Они все пропекаются. Классно вообще. Единственный ее минус заключается в том, что она тяжелая. То есть невозможно вот так вот распределить тесто. То есть, ну как, возможно, да, но она тяжелая. Это вот единственный... Девочки, слышите, это у меня собака храпит. Это Мона так храпит у меня. Ужас какой. Ладно, не буду ее тревожить, пусть спит. Так вот, вот это... То есть, точнее, можно так распределить, но, в общем, достаточно тяжелая сковородка. Так что напекла блинчики, и у меня как раз есть сметанка. Со сметанкой сейчас мальчики мои приедут, и мы попьем чай. Вот. И, кстати, вот моя бабушка, почему я купила вот такую сковородку, я ее купила на сайте Кукмара. Там всего две, а я взяла самый большой диаметр, есть поменьше. Ну, можете зайти на сайт, посмотреть. И у меня бабушка вот все время пекла блины на чугунной сковородке. Они тоже были обалденные. Так что вот такие вот у меня получились вкусные блинчики. Сейчас будем кушать. Ну что, девочки, приехала ко мне Ламода. Сейчас уже 9 вечера. Так поздно приехала сегодня. Но я просила доставку с 5 до 9. Вот он как раз в районе 9 и приехал ко мне курьеру. В общем, я выкупила практически все, что заказывала. Взяла младшему сыночку вот такие джинсы на резиночке, очень прикольные. Вот так называется марка, на рост 128. Они отлично подошли, отлично сели. Такие тянущиеся, внизу тоже резиночки, очень классные джинсы. Мягенькие такие вообще, вот, отлично ему как раз вот, ну, на прогулке на садик, да и потом летом тоже в прохладную погоду бегать, самое то. А смотрите, какую у меня футболку выбрал сам сынок себе на сайте. Ну, я там выбирала ему футболочки, надо было купить. Смотрите, они там типа шевелятся, видите, девочки? Это марка Остин, но мы взяли размер 134. Вот я обратила внимание, Остин, они немножко маломерят. Я всегда почему-то на размер больше от марки Остин беру. Смотрите, какие прикольные. Самое интересное, что у меня старший тоже видел такую футболку на сайте, ему не понравилось. А сейчас вживую видел, такой, о, типа, тоже такую хочу, прикольно. Это просто пришита вот такая вот голографическая штука. Представляете, как прикольно? Оп! В общем, сын у меня вообще в восторге. И еще вот такую же футболку, такого же цвета получается, тоже с черным. Кстати, хорошо смотрится и с джинсами в том числе, и с какими-то черными штанами будет. А это у меня взял себе старший сыночек. Как вы понимаете, эта марка не оставляет его в покое. Но она сейчас модная действительно у молодежи, поэтому он взял ее. У него же с предыдущего заказа, кто смотрел, он взял черные брюки от этой марки и черно-белую толстовку. И черную футболку. Ну, вообще, красавчик. У меня старший просто будет, да, девочки? В общем, ну, качество футболки очень хорошее. Очень такой плотный хлопок получается здесь. Ну, как всегда, он взял на размер больше, чтобы она прям на нем, знаете, болталась, как,
как не знамо кто. Итак, теперь мужу. Он у меня взял вот такие вот ботиночки. Ну, как это? Это, получается, как кеды, да? Хотя они, по-моему, в категории кроссовки были. Вот сейчас ходить ему вообще самое то. И, кстати, вот этой марки, как-то Zender Active, да, называется. Не знаю, как правильно произносится. У него же не первая обувь от этой марки. Он мне вообще носит, кстати, обувь очень быстро. У него... Знаете, когда ездит за рулем, вот эта часть подошвы у него прям стирается. И вот этот ботинок у него обычно портится быстрее, чем другой. Вот, в общем, вот этой марки не первый раз, ему очень нравится обувь. Несмотря на то, что здесь вот идет кожзам, она реально носится как кожаная обувь. Поэтому ему очень нравится. И вот он взял у меня вот такие, они темно-синие, с коричневой вставочкой. В общем, он любит у меня такую обувь. И также он у меня взял вот такие носки, вот такие Nike. Они достаточно длинные, и они такие очень плотные. Но вот сейчас ходить отлично. Господи, у меня опять все в коте, девочки. Не могу. Сейчас носить отлично. Здесь, получается, 6 пар. Они были со скидкой. И, в общем, но летом в них будет жарко. Ну, мне так кажется. Хотя это Nike, они обычно же такие прям дышащие. Ну, носочки. В общем, целую упаковку себе черных таких носков. Ну и самое главное, девочки, это я заказала себе. Слушайте, как мне нравится вот это. У меня вообще, кто заметил, у меня в этом году какая-то история на желтый цвет. Не знаю, мне очень нравится желтый цвет в этом году. И я когда увидела на Ламоде вот такие ботиночки, я хотела себе что-то подобное купить, потому что у меня, ну, у меня только кроссовки, а как-то кроссовки мне уже надоели, если честно. Вот, и когда я увидела вот эти... Слушайте, я просто вообще... Я прям обалдела. Я планирую носить это с черными джинсами или черным платьем. И вообще буду просто вау. Вот. Это натуральная кожа. Натуральная кожа. Так, давайте покажу. Вот так называется марка. У них там прикольно есть вот точно такие же, только, по-моему, синие с красной подошвой такой яркой. Они очень легкие, очень удобные. Вот я сейчас примерила. Не знаю, как будут в носке. И вот эта часть у них есть другая. Но я не хотела тут никаких блямбочек. Хотела просто вот такие остренькие носы. И вообще просто красота, девочки. Они обалденные. Видите, натуральная кожа. Натуральная кожа, черный... Желтый каблук, вот, изготовитель Турция. Ну, вот. Ну, мне много кто из вас, девочки, кстати, писал, что турецкие всякие одежды, обувь очень хорошего качества. Вот, ну, не знаю, я впервые такие купила. Так вот выглядит коробочка. Буду носить с огромным удовольствием. И я же на этом не остановилась, девочки. Та-дам! Девочки, я не могу. Хотя сейчас, ну, раньше, помните, подбирали сумку под обувь. Причем должна была быть одной даже текстуры обувь и сумка. Ну, у меня так не совсем получается. Но вот эта сумочка, боже, как она мне нравится. Девочки, это же какой-то прямо лучик солнца. Прямо лимончик мой. Очень прикольная сумка. Во-первых, мне понравилось то, что здесь вот такой ремешок. Вот он черно-белый, регулируется. И здесь смотрите, какая застежка. То есть не просто вот так вот открывается, а нужно нажать вот сюда и открыть. Я когда ее получила, я сперва даже не догадалась, как ее можно открыть. Это не натуральная кожа, марка Tommy Hilfiger. Это кожзам, ну, полиуретан, кожзам. Я не знаю, как, что тут вообще пишут они. Страна Чина, 100% полиуретан. Вот. Мне все равно, мне понравилась очень эта сумочка. Кстати, подобного цвета есть еще, по-моему, Фурла сумочка, но она стоит дороже намного. Вот, поэтому я взяла такой вот Tommy Hilfiger. Здесь вот идет как раз пылиник, и получается отделение одно на молнии, получается одно отделение, второе здесь отделение и еще одно отделение такое узенькое. То есть она, видите, такая тройная, причем вот эта часть черная, эта часть белая, а здесь как раз к моим ботиночкам. Девочки, ну, понимаете, да? Вы понимаете, что это просто... Я не знаю, как жить теперь. Вот с таким ремешком. Ну, с черными джинсами, даже белая футболка, черные джинсы. И
И вот так, и все, я красота. Я просто красота. Девочки, ну вот эта сумочка просто. Я еще в прошлом году хотела купить что-то такого цвета, но не знаю, все что-то ходила. То либо слишком дорого было, то ну, там в районе 30 тысяч были сумки. Либо как-то мне не нравилась сама сумочка. А здесь вот я люблю вот такие сумки. Для меня вот такая сумочка самая топ, потому что я обычно документы, ключи. Ключи от машины, что еще, телефон у меня, какие-то там наушники, и все, мне больше ничего не надо. Ну, и кошелечек там, денежку как-нибудь. И все, смотрите, какая красота, девочки. Ну, вы посмотрите. Я не могу, это же супер. Коротко о моих съемках. Все разбросано, у меня сейчас сын уроки делал, кошмар. Вот так вот и живем. Кстати, хочу вам показать, это я своим собакам, они вдвоем у меня играют. Что старшая, что младшая. Игрушка, правда, уже вся грязная. Покупала вот такую игрушку. Смотрите, какая. Та-дам! Она еще крякает, как утка. Вот так вот делает. Только она, видите, вся грязная уже. Хочу ее постирать в стиральной машинке. У меня и мелкая с ней бегает, и старшая с ней бегает. И кряк такой. Это я заходила в магазин, по-моему, в петшоп. Именно не онлайн заказывала, а... Заходила в сам магазин, увидела вот такую игрушку и просто не смогла пройти мимо, купила своим девочкам. В общем, они вдвоем таскают. Вот. Хотя у меня старшая собака обычно вот такие мягкие игрушки прогрызает, а тут вроде ничего. Вот. В общем, девочки, я так довольна вот этой сумкой, вы себе не представляете. Это будет моя любимка, наверное, все лето. И с синими джинсами отлично будет. Даже просто синие джинсы, белые кроссовки, белая футболка. И вот эта сумочка, и просто... Вау, потрясающе. И, кстати, вот здесь вот ручки, видите, такие карабинчики, как собачий поводок. У меня все о собаках. Буду уже ложиться спать, так что на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую, до новых встреч.